сцене и создаем атмосферу музыкальную именно на музыкантов, чтобы нам было комфортно. И когда нам комфортно, тогда, конечно, вам комфортно, потому что это очень такой важный аспект достаточно. Это Михаил Серебренников, давайте тоже его поприветствуем. У нас есть также менеджер Ирина Макарова, это для тех, кто нас уже знает, кто давно уже с нами. И это она отвечает вам очень часто. Иногда это делаю я, иногда это делает она. Ее и телефоны, и адресы, и все. Вы всегда видите в интернете и так далее. Если вы еще не с нами, где-то в Инстаграме, добро пожаловать, Владимир Капустин. Вы увидите вот эту шляпу. И нужно просто нажать кнопочку правильно, чтобы не ошибиться, правда. Еще у меня очень хорошая новость для всех вас. Дело в том, что мы готовим большой концерт. Фактически через месяц, наверное, это будет 22 сентября в клубе «Рэп». Мы готовим несколько новых треков, у нас будет новая программа, новые аранжировки каких-то вещей. Поэтому мы будем просто очень рады, если вы присоединитесь к нам, потому что это будет прекрасное.